Всем привет! Сегодняшнюю мелодию меня попросил разобрать мой подписчик Александр. Он прислал мне вопрос, говорит, а можете разобрать песню Гарика Сукачева «Вей, бей, пророк судьба»? Я погуглил, говорю, ну, можно сыграть, только песня называется «Ольга», и я решил сыграть ее не на до гармошки, а на соль, она пониже получается, и еще и в оригинальной тональности. Поэтому будете играть со мной, берите соль, гармошку. И вот, к слову сказать, меня когда так вот спрашивают, можете вы там ту песню сыграть или эту, ну, естественно, сразу я не могу это ответить, если я эту песню раньше не играл, и мне надо ее сначала снять. Вот, и вот все нюансы, которые вылезают, они вылезают уже потом, после того, как я ее снял и подобрал на гармошке. И вот здесь, в этой песне, собственно, вылезло два бенда на третьей дырке, на тон и на полтона, и, хуже того, овербенд на четвертой дырке. Но я что-то как-то пару раз играл, промазал, и можно на самом деле играть не овербенд на четвертый на выдохе, а просто четыре выдох. Оно там прокатывает, я, конечно, слышу, что там другая нота, но если вы будете играть, и вокала при этом нету, там, ну, если вы одновременно под мелодию не будете играть, то там прокатит это четыре выдох вместо овербенда, поэтому если овербенды не делаете, попробуйте просто четыре выдоха играть. Вот, ну а я сыграю на соль гармошки песню Ольга, Гарик Сукачев. Поехали. Thank you.
Ну, в общем, вот так получилось. Не очень просто, она не быстрая, но вот из-за количества этих овербендов и бендов, то, в общем, достаточно сложная. Но такая мелодия, ничего не сделаешь, и вот надо играть именно так, как придумал автор. Вот, с мелодией все, что я вам хотел еще рассказать. По поводу следующего выпуска есть вопрос, тоже подписчик мне написал, попросил разобрать для него мелодии. Я, честно сказать, послушал и подумал, что, наверное, я откажусь, но потом подумал, а вдруг, ну, собственно, что отказывать, если человек просит. А я сделал голосовалку ВКонтакте. Если вы хотите поучаствовать, пожалуйста, ответьте на вопрос, стоит мне разбирать следующую мелодию или лучше или отказаться от нее. Собственно, до конца следующей недели у вас есть возможность проголосовать, хотя, в общем-то, общая тенденция, как люди отвечают, я уже себе представляю. Но, тем не менее, под видео я оставлю ссылку на опрос, и вы можете поучаствовать. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте видеогармошки.ру.